Актер театра и кино Дмитрий Марьянов сегодня прибыл в краевую столицу. Исполнитель главной роли в сериалах «Личная жизнь следователя Савельевой». Боец станет героем саги, которую снимают на Алтае. «Нити Шамбалы. Легенды Великого Алтая» – это проект режиссера-постановщика Евгения Юматова. Особенность в том, что главные герои картины – дети. В саге уже снялись юные актеры из Барнаула, Томска, Кемерово и Новосибирска. Картина выйдет в прокат по Сибири уже этой осенью. Она появится на федеральном канале. Съемка одной из сцен, в которой задействован известный актер, будет проходить в одной из гостиниц Барнаула. У нас есть такой прекрасный спецагент, который приедет на Алтай выполнять, скажем так, миссию, искать этот камень. Он встречается с детьми, которые тоже ищут камень, почти. Они ищут рябинник, который светится в темноте, потому что им кажется, что там закопан этот камень. И все события, которые разворачиваются, они разворачиваются в коммуникации Дмитрия Марьянова, который принят участие в нашей серии, и детей.